Здравствуйте, меня зовут Линкевич Елена, и я представляю город-герой Санкт-Петербург. А что ты такая вся белая? А это мой образ. Мой образ представляет культурное наследие Санкт-Петербурга. Он является неким мостиком, соединяющим времена Петра I, когда царские особы прогуливались по паркам, проводя свой досуг, и нашим временем, так как в костюме присутствуют элементы современности. Вот, ну, Санкт-Петербург прославлен музеями, скульптурами, архитектурой, императорским фарфором. Это то, что как раз-таки отображено в моем костюме. Супер. Тогда приступим. А это первый конкурс, в котором ты принимал участие? Нет, это не первый. В 2018 году, в конце 2018 года, я принимала участие в конкурсе красоты «Петербургская красавица 2018» и завоевала титул посол красоты Санкт-Петербурга в своей возрастной категории. Молодец. А скажи мне, зачем вообще девушки участвуют в конкурсе красоты? На самом деле это такой вопрос, на который точно не ответить, поскольку у каждой какая-то своя цель, какая-то мечта. Каждая приходит за разным абсолютно. Я пришла, потому что я чувствую, что индустрия красоты – это то место, где я должна находиться, где мне комфортно, мне нравится. Если бы у тебя были неограниченные ресурсы, то в Санкт-Петербург что бы ты в первую очередь бы принесла? Интересный вопрос. Так сразу не ответишь. Наверное, помочь детям, все-таки, которые нуждаются в помощи. Мне кажется, это очень важно сейчас, в наш период. Скажи про атмосферу здесь, как тебе? Мне очень нравится. Мне здесь комфортно находиться. С девочками у нас, слава богу, складываются хорошие отношения. Мы всегда поддерживаем друг друга. Если кому-то захочется поплакать, мы всегда поставляем плечо. Вместе смеемся, куда-то ходим, отдыхаем, развиваемся.